покажем, в этом видео мы покажем старый, один из старых домов Америки. Он был построен в 1878 году, по-моему. И жили в нем два взрослых человека и шестеро детей. А позже этот дом построен во Флориде, вот о нем написано, то, что я вам сейчас рассказываю, на Индиан Ривер и Ривер в Лагуне. Позже этот дом использовался как церковь и как школа. В 1880-м как школа и в 1883-м как церковь. Таким образом выращиваются ананасы. Показано, что много очень растений всяких видов находится. А это и есть вот тот самый Сэм. То есть дом, который принадлежит этому Сэму. Принадлежал Сэму. А сейчас мы видим репродукцию животного мира в этой местности, на что люди охотились в то время. Очень много крокодилов здесь и сейчас, до нашего времени. А здесь мы нашли апельсиновое дерево дикое. Выглядит очень аппетитно. Но плоды оказались очень кислыми, как нам объяснили, просто не сезон. И вот такая вот детская площадка, песочница, можно сказать. Дети играются, здесь спрятаны типа якобы животные, макеты животных, саму лагуну. Также мы сейчас видим клетку этого времени, оружие, такое, так сказать, холодное оружие, куда ложили продукты, и животные запрыгивали, и дверь закрывалась. Таким образом ловили люди дичь, охота. Пройдем с вами вглубь джунглей, и вот так вот мы можем видеть, как выглядит нетронутый человеком джунгли. Do you like our house?
Оранжевихем, оранжевихем. Сразу оранжевихем. Там Animal. А вот похоже на саранчу. Видите, такая серенькая. Джем, такой большой кузнечик. А здесь местные туристы устроили такое барбекю здесь во дворе у Сэма. Запахи, конечно, стоят, хочется присесть. А здесь вот в этом месте находится кладбище этой деревни. Ну что же, наша экскурсия закончилась, а сейчас мы с вами приступим к изучению английского языка. В каждом видео теперь мы будем изучать новую фразу, которая очень часто употребляется в английском языке. Сегодняшняя фраза звучит следующим образом. I wish I knew. Хотел бы я знать. Подписывайтесь на наш канал, смотрите видео, ставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы и задавайте сюжеты следующих видео. Мы с вами еще надолго. Смотрите дальше.